Где я сижу, во что я одет? Так, а ты сейчас где находишься относительно меня? Погоди. А, кстати, давай экспериментик тоже сделаем. Давай, подходи ко мне и попробуй, посмотри, что как. Где я сижу, как я, во что я одет? Комната. Которая левая комната, где фортепиано. Да, абсолютно верно. Хорошо. Так. Стол с левой стороны от двери, если смотреть прямо вход. Он слева, да, он около окна этот стол. Так, меня видишь? Что-то серое похоже на серые штаны. Молодец. Серые штаны свободные только такие. Да, абсолютно верно. Так. А сверху, может быть, открытые руки? Да. Тоже так на серое похоже что-то. Она белая там, да. В общем, она белая с черным рисунком. То есть это как может идти серо действительно. Так, а ты сейчас где находишься? Относительно меня. Справа, по правую руку мою, по левую, или сзади, или сверху, или как ты? В общем-то, на коленке я к тебе села. Так, погоди. Ты сейчас на коленках у меня? То есть ты в столе, получается? Да, стол так прижат. Такая разница, полка не мешает. Так. И тогда будем подниматься. Сейчас, погоди подниматься. Так, сейчас, погоди, что я могу почувствовать? Почувствуй, да. Почувствуй, так. Что я делаю. Мне идет как-то по плечам сверху вниз. Да. Да ладно. Серьезно? Да. Именно сверху вниз, не поперек, а сверху вниз. Да. Хорошо, ладно, давай тогда, вот цепляй меня наверх.